Мост на автотрассе Колыма в Омиконском районе восстановлен. Проезд дали в обе стороны в пятницу. Сообщают, что это временная схема. Подрядная организация продолжает отсыпку береговой линии. Движение для грузовых автомобилей планируют открыть только после полного обустройства технологического проезда. Напомню, размыв подхода к мосту через реку Эльгу на автодороге Колыма произошел 13 июля. В результате выпадения осадков и резком поднятии уровня воды. МЧС рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от поездок на вышеуказанный участок федеральной дороги в обоих направлениях до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. Ситуация находится на постоянном контроле правительства республики и Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Сотрудниками МЧС и специалистами Омиконского и Тампонского звеньев Якутской территориальной подсистемы оказывается всесторонняя помощь водителям и пассажирам, оказавшимся на месте происшествия.